СМИ назвали гарантированные гонорары Макгрегора и Порье за бой на UFC 264. Но давайте обо всем по порядку. Боец ММА, ирландец Конор Макгрегор гарантированно получит 3 миллиона долларов, а его соперник, американец Дастин Порье, 1 миллион за участие в главном бою турнира UFC 264, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 июля. Об этом сообщает портал Sporting Free. Помимо этого, бойцы получат часть доходов от платных трансляций. Отмечается, что она будет разделена в соотношении 60-40 в пользу ирландца. Таким образом, Макгрегор гарантированно получит за поединок порядка 10 миллионов долларов, а Порье около 3 миллионов долларов. Отмечается, что для Порье это будет самый большой гонорар за поединок за всю карьеру. Сразу напомним, что поединок станет третьим для этих соперников. Первый бой между ними состоялся в 2014 году. В тот раз победу одержал Макгрегор. Однако в январе этого года Порье удалось взять реванш. А на этом все, что думаете, пишите в комментариях. Поделитесь этим роликом с друзьями и близкими, поддержите подпиской, поставьте лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока.